Доброе утро, меня зовут Дмитрий Военков. На этой неделе про такой кровельный материал, как гибкая черепица. Это битумный материал, который представляет собой прямоугольные модули, гонты с фигурными вырезами по одному краю, которые на кровле укладываются рядами внахлёст. Он идеален в качестве покрытия на скатных крышах, как простой, так и сложной конфигурации, вплоть до куполов. История гибкой черепицы насчитывает более 100 лет. Она появилась в США, где является самым популярным кровельным материалом в сфере жилищного строительства. Тому есть несколько причин. Доступность, простота монтажа, внешняя привлекательность и положительная практика использования. Сравнительно недавно появилась она и у нас. Гибкая черепица быстро набирает популярность среди домовладельцев, архитекторов и профессиональных строителей. Битумная черепица состоит из трех основных компонентов. Стеклохолста в качестве укрепляющей основы, улучшенного битума и базальтового гранулята. Стеклохолст – это нетканный материал, состоящий из равномерно распределенных нетканных волокон. В связи с этим он имеет высокую прочность и одновременно эластичность. Он не подвержен коррозии и не гниет. Что касается битума, входящего в состав черепицы, то он проходит процесс специальной обработки, направленный в первую очередь на повышение его теплостойкости. Верхний слой – натуральная базальтовая посыпка. Благодаря такому покрытию кровля не боится механических и атмосферных воздействий. Шероховатая поверхность препятствует лавинообразному сходу снега с крыши. С обратной стороны нанесена полоса гибкой смеси на основе битума, которая защищена пленкой. Именно за счет этой полосы достигается спекание слоев на кровле. Материал надежен, красив и долговечен, прослужит более 50 лет. Гибкая черепица представлена в 14 коллекциях и около 70 цветовых оттенков, что позволяет реализовывать самые смелые архитектурные проекты.